Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каждый человек рождается мусульманином, и только потом родители делают его иудеем, христианином или язычником. Герои передачи «Мы вернулись в ислам» расскажут о том, как, пройдя определенный жизненный путь, они вновь обрели истинную веру в своего Создателя. Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него. Ислам на сегодняшний день – самая быстро растущая религия. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. В одной из наших прошлых передач мы рассказали о профессиональном фотографе Николь Куин из Америки. Ее история прихода в ислам привлекла множество людей по всему миру, и ее видео, выложенное в интернет, уже имеет более 1,5 миллиона просмотров. Мы имеем возможность общаться с Николь и рады представить вашему вниманию новый материал в переводе с английского языка. Это документальный фильм под названием «Они выбрали ислам». Ассаламу алейкум, меня зовут Николь Куин, и я приняла ислам 3 года назад. Я выросла в штате Луизиана на границе со штатом Техас, и когда мне было 8 лет, моя семья переехала в Даллас, где я окончила школу. С детства мои близкие посещали церковь, и я им благодарна, поскольку они заложили сильную религиозную основу внутри меня. Мои родители – типичные американцы. Они верили в Бога, но жили для себя, не особо задумываясь о религии. Определенно, мои бабушка с дедушкой были намного религиознее. Окончив школу, я стала искать работу, и большинство из того, что мне попадалось, было связано с ночными клубами. Я фотограф, и мне приходилось фотографировать людей на вечеринках. Я была тем, кого называют папарацци. Вы сами можете представить, насколько сумасшедшей бывает такая жизнь. Бесконечные вечеринки, днем спишь, ночью работаешь. Не совсем здоровый образ жизни. То стремление к Богу, которое во мне было заложено с детства, не давало мне покоя, а клубная жизнь не оставляла ничего, кроме ощущения пустоты. Каждый день тебя окружают люди, которые заняты только собой и ничем более. Я постоянно общалась с друзьями на эту тему, говорила, что в моей душе нет гармонии, что мне нужна иная цель в жизни, а то, что было у меня на тот момент, представлялось одной сплошной вечеринкой. Друзья отвечали мне на это. «Ты должна радоваться, многие мечтают оказаться на твоем месте. Ты путешествуешь, общаешься со знаменитостями, продюсерами. Но я-то понимала, узнав эту среду поближе, что это лишь мишура, видя, что никто не задумывается ни о чем серьезном, прожигая жизнь в мыльном пузыре, который они сами для себя создали. Я пыталась что-то сделать. Взяла за чтение Библии, анализировала свой внутренний мир. Меня мучили ночные кошмары, как будто я ищу что-то и не могу найти». Среди моих знакомых были мусульмане. Я видела, что они ведут совершенно иной образ жизни, нежели мои друзья и я сама. А если я спрашивала у них, как вы можете не посещать клубы и обходиться без вечеринок, они отвечали, что предпочитают держаться подальше от таких мест. Однажды вечером, после очередной фотосессии, мы зашли с друзьями в кафе, и я встретила там своего нынешнего мужа, Хасана. Когда я встретил Николь, я сам находился в поиске, я придерживался норм ислама, но понимал, что не делаю всего в полной мере. Николь также искала мирного, спокойного образа жизни, так что к моменту нашей встречи мы оба были готовы к изменениям внутри себя, к тому, чтобы стать лучше. Часами мы сидели с Хасаном и говорили о том, какой мы увидим свою жизнь, что хотели бы изменить в себе. Когда я рассказывал Николь об исламе, так получалось, что я и сам себе напоминал о своей религии и о том, каким человеком я должен быть. Я предложил Николь посетить занятия в мечети, чтобы узнать больше об исламе, а я тем временем намеревался узнать больше о своей религии.
Он говорил мне об исламе, и я понимала, что у мусульман совершенно иная жизнь, полная смысла, что они счастливы без этих сумасшедших вечеринок. И чем больше я узнавала об исламе, тем больше меня притягивала эта религия. Я начала просматривать видео на сайте YouTube с историями людей, которые приняли ислам. Убежден, что благодаря Николь я узнал много нового о своей религии, и наблюдая за изменениями, которые происходят в ней, и то, каким человеком она становится, мне и самому хотелось быть настоящим мусульманином. Читая об основах ислама, у меня постоянно крутилась мысль: это ведь как будто специально для меня, это как раз то, что мне нужно, сильный нравственный фундамент, то, что помогло бы мне покончить с прошлым. Моему принятию ислама предшествовал долгий и нелегкий период. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что шла в правильном направлении. И первым моим шагом было то, что я должна была решить для себя, что ислам — это та вера, принципы и системы которой убедительны для меня. Мне был приятен ее энтузиазм, с которым она взялась за изучение основ ислама, и как постепенно ее жизнь менялась к лучшему. Я чем мог, помогал ей. Я начала замечать, что меняюсь во всем, в том, как я думаю о людях, об окружающем мире, и поняла, что со мной происходит нечто удивительное. Порой мы не виделись неделями, даже месяцами, а затем я узнавал, что она идет в том же направлении и по-прежнему работает над собой. И однажды она говорит мне, что хотела бы поехать в исламскую страну и своими глазами увидеть, как живут мусульмане. Я хотела не из книг, а воочию увидеть, как же живут мусульмане, и это желание было очень сильным. Я предложил ей поехать в Иорданию, страну, откуда я родом. Сам остался в Америке и договорился с родными, чтобы Николь был оказан теплый прием, и она провела там месяц с моей семьей. Он тут же позвонил своей маме, и она радостно сказала: «Пожалуйста, пусть приезжает». Они были счастливы, что я приехала, и очень тепло встретили меня. Я накупила себе кучу исламской одежды и начала задумываться о хиджабе. Поначалу я думала, что хиджаб нужно заслужить, что нужно долго учиться основам ислама и лишь затем покрыться, и полагала, что сама такой степени никогда не достигну. Желая оказать уважение семье Хасана, у которых я гостила, я начала носить хиджаб дома и на выход. Так постепенно я пришла к тому, что надевала хиджаб каждый день и очень к нему привыкла. Мне говорили, что хиджаб не очень идет, и мне самой нравился такой стиль. А когда наступило время возвращаться домой, в Даллас, я жутко переживала. Как же теперь я сниму хиджаб? И не думала, что вообще смогу это сделать. Я все время думала, как же мне поступить, и очень хотела продолжать его носить. Когда она вернулась из Иордании, и я увидел ее в хиджабе, я был счастлив, но не сказал ей об этом. Вернувшись домой, я заявила всем друзьям: «Я не сниму хиджаб». Они спросили меня, уверена ли я в этом, ведь это непростое решение. Как тебя воспримут окружающие? Я сказала, что не знаю, но не собираюсь его снимать. Я покрылась, а затем наступил новый период. Я осознала, что девушка в хиджабе не принадлежит ночным клубам, и что это будет проявлением неуважения к Богу, если я покрытая приду на вечеринку, поскольку, надевая хиджаб, я провозглашаю свою принадлежность к вере. Я понимала, что теперь должна прекратить работать в ночных клубах. Фотосессии приносили мне очень хороший доход, и я переживала, что буду делать, поскольку уже добилась успехов в этом бизнесе. У нее поменялся взгляд на многие вещи – одежду, друзей, работу. Я все обдумала и решила, что останусь фотографом и буду работать в этой сфере, но с новым подходом. Я сделала новое портфолио и решила для себя, что не буду больше снимать в клубах и барах. Мои новые работы были связаны с такими событиями, как свадьбы, политические встречи и так далее. Я изменила направление своего бизнеса, и работа вновь начала приносить доход. Сейчас я даже более занята, чем раньше, и полагаю, это подарок от Всевышнего Аллаха, за что я очень благодарна. После того, как Николь приняла ислам, Хасан сделал ей предложение, и они поженились. Но не все было гладко, у Николь возникли определенные осложнения с родителями. Когда мы поженились, родители не знали, как воспринять изменения во мне. Они думали, что я приняла ислам из-за Хасана, и отказывались принять мое решение. Сейчас, я думаю, они сожалеют о том, как поначалу отнеслись к Хасану, потому что сейчас они его очень любят и считают лучшим зятем на свете.
Бывало раньше, у меня мелькала мысль, что однажды ей все это надоест и скажет: «Все это сложно для меня, я больше не хочу так жить». Это было в самом начале, как только мы поженились, но теперь я спокоен за нее, видя, как крепка ее вера, и не бросит все, сказав, что устала. Когда речь заходит об исламе, мы с мужем действуем как команда, помогая друг другу идти по истинному пути. Так и должно быть в мусульманской семье, где муж и жена вместе преодолевают сложные жизненные обстоятельства и поддерживают друг друга во всем. Мы смотрим друг на друга и говорим себе: «Я хочу быть такой же истинной мусульманкой и с такой же крепкой верой, как у моего мужа, и смотря на меня, он думает так же». Мы находимся в исламском центре Северного Техаса. Именно здесь я посещала исламские занятия. Спустя 5 месяцев после того, как я начала посещать занятия, я произнесла слова шахады в офисе имама местной мечети. Здесь я чувствую себя как дома. Мы с мужем часто приходим сюда для совершения молитвы. В скором времени этот центр хотят превратить в исламскую деревню. Здесь будут магазины, кафе, образовательные центры. Полагаю, мы с Хасаном не вполне похожи на обычную исламскую семью. У меня и у него много работы, и мы встречаемся дома к концу дня. У нас очень активный образ жизни. Все, что мы делаем, мы пропускаем через призму того, а угодно ли это Богу. К примеру, я очень люблю барбекю, и мы покупаем курицу халал и готовим барбекю во дворе. И так во всем, друзья, с которыми мы общаемся и так далее. Я имею в виду, что люблю то же самое, что и прежде, но смотрю на все с точки зрения ислама. Я думаю, одна из особенностей ислама – это его легкость, его простота. И, возможно, кому-то, кто так не считает, покажутся странными мои слова. Может быть, трудности на пути к истине есть, но я сейчас говорю о легкости принятия решений. Когда человеку нужно сделать выбор, будь то в выборе одежды, друзей или работы, ислам помогает принять то решение, которое увеличит уважение человека к самому себе. Ислам подобен воде, которая очищает человека от всего плохого. Когда я приняла ислам, у меня было чувство, как будто меня искупали, или как будто я спала, дремала, и только сейчас живу по-настоящему. Помимо работы фотографа, я стараюсь, чем могу, помочь обществу, людям. Вспоминая трудности, через которые я прошла на пути к исламу, мне хочется помочь другим, и я открыла интернет-страничку на эту тему. Здесь у меня размещены интересные статьи, видео и истории других людей, принявших ислам. Я получаю сотни писем в день от разных людей со всего мира и рада возможности помочь мусульманам. Много времени я уделяю общению с сестрами по вере, и моя главная цель – помочь американским мусульманам, потому что быть мусульманином в Америке нелегко. Я приняла ислам 3 месяца назад и с удовольствием посещаю лекции Николь, и мне близко все, что она говорит. Жизнь без ислама лишена смысла, а жизнь на Западе во много противоречит тому, чему человек должен следовать согласно религии. Пользуясь возможностью, я хотела бы обратиться к тем, кто интересуется нашей религией, и сказать, чтобы они больше обращали внимание на то, как мусульмане живут в повседневной жизни, на то, что в исламе есть ответы на все вопросы, и что наша религия призвана облегчить жизнь людям. Это касается всего – семейных вопросов, родственных отношений, бизнеса, воспитания детей. Ислам не только помогает человеку стать лучше, но и дает ему шанс проявить все то хорошее, что заложено в нем Всевышним Аллахом. Мы надеемся, что реальные истории наших героев помогут нашим зрителям пересмотреть некоторые жизненные позиции и увидеть красоту ислама.
Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каждый человек рождается мусульманином, и только потом родители делают его иудеем, христианином или язычником. Герои передачи «Мы вернулись в ислам» расскажут о том, как, пройдя определенный жизненный путь, они вновь обрели истинную веру в своего Создателя. Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него. Ислам на сегодняшний день самая быстро растущая религия. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. Англия – страна незыблемых традиций и современных взглядов на жизнь. Англия отличается невероятной терпимостью ко всему новому и трепетным отношением ко всему завоеванному ранее. Страна Туманного Альбиона обладает особенной красотой и своенравным характером, красивейшими замками, озерами и богатейшей культурой, не схожей ни с одной культурой мира. Англия ассоциируется с королевской семьей, ставшей неотъемлемой частью ее имиджа и истории, ритуалами, не изменившимися с течением времени. Все так же, как и сотни лет назад, у ворот Букингемского дворца происходит торжественная смена облаченного в красные мундиры гвардейского караула. Культурные достопримечательности лучше всего посмотреть, посетив столицу Англии – Лондон. Этот крупнейший город Европы с населением более 7 миллионов человек привлекает туристов со всего мира своими достопримечательностями, такими как Биг Бен, Тауэрский мост, Вестминстерское аббатство, многочисленными парками и музеями. Сегодня наш рассказ пойдет об уроженках Англии Лорен Бут, Линдси Уилла и Мириам Франсуа Серра. Стремительный рост числа мусульман и людей, принимающих ислам, отмечается во всем мире. Это обстоятельство все более ярко проявляется в Европе в последние несколько лет. Европейские средства массовой информации пестрят статьями и репортажами, которые анализируют положение мусульман в странах ЕС. Вне сомнения, столь высокий интерес к исламу происходит из-за стремительного увеличения числа мусульман в Европе и мире. Все больше европейцев, прежде всего из интеллектуальной и научной элиты, избирают для себя ислам. В настоящее время в Англии имеется большое количество мечетей, которые собирают верующих как на ежедневные обязательные молитвы, так и на пятничные намазы. Согласно данным, публикуемым журналом The Times, в Англии проживает 2,5 миллиона человек. В стране есть исламский колледж, активно работают исламские центры, медресе и халал-магазины. Мусульмане Англии смогли приобщиться к жизни этой страны, сохранив свою культуру и традиции, как это удалось Мухаммеду Али из Бирмингема. Он художник нового направления – исламское граффити, и говорит, что его занятие позволяет ему не только хорошо зарабатывать, но и выражать себя творчески. Его работы по каллиграфии вызывают интерес у ценителей искусства, и цены на них доходят до 1000 фунтов стерлингов. Несмотря на то, что не все СМИ выдают объективную информацию об исламе и мусульманах, растет число англичан, принявших ислам, особенно высок процент новообращенных среди женщин, коренных жительниц Туманного Альбиона. Линдси Уилла прежде не интересовалась никакой религией и считала себя атеисткой, но, начав изучать ислам, она кардинально поменяла свою жизнь и теперь верующая мусульманка. Она даже собирается поменять свое имя на Акила. Оглядываясь назад, я вижу двух совершенно разных людей. Я рада, что сейчас уже не та, что раньше.
Я изучаю ислам и не могу найти в нем ничего плохого. И надеюсь, что останусь мусульманкой до самой смерти. Журналистка и диктор Лорен Бут, свояченица Тони Блэра, бывшего премьер-министра Великобритании, не столь известна, как ее родственник. Но ее имя стало тиражируемым в СМИ после шокирующей новости. Она приняла ислам. По признанию Лорен, к такому шагу она пришла во время посещения Ирана, где работает на англоязычном иранском новостном канале Press TV. Духовному пробуждению, произошедшему в Иране, предшествовал период длительных размышлений во время работы в Палестине. Все, что мы знаем об этих людях, последователях пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, основано на предвзятых сводках новостей. Так и мое сознание было настроено на встречу с радикальными экстремистами, фанатиками и джихадом. Но все сложилось иначе. Незнакомая старая женщина помогла мне во время моей поездки в Палестину. У меня не было теплых вещей, и она отдала мне вещи своей дочери. Мы не обменялись ни единым словом, которое было бы понятно для нас обеих. Это был самый обычный акт великодушия, который я никогда не забуду. И при этом он не был единственным в своем роде. Подобное позже случалось сотни раз. Странно, почему об этом не пишут СМИ? Лорен больше не нервничала при виде мусульман. Она говорит, что встреча на своем пути интеллектуальных, остроумных, добрых и щедрых мусульман все больше убеждалась в том, что необходимо показать, что не стоит бояться ислама. Будут ли мои дочери мусульманками? Я не знаю. Это зависит от них самих, ведь невозможно изменить чье-либо сердце. Их реакция на принятие мною ислама была одной из самых показательных. Услышав, что я стала мусульманкой, они пошептались и убежали, сказав, что скоро вернутся. И действительно, через несколько минут они пришли и спросили меня: «Будешь ли ты впредь пить алкогольные напитки?» Мой ответ «нет» вызвал радостные возгласы, а курить сигареты? На это также последовал отрицательный ответ. С радостными криками «Мы любим ислам!» девочки убежали играть дальше. Я приехала в Иран и в мечетях увидела людей, которые совершали омовение, преклоняли колени и читали молитвы в мечетях. Смиренные позы и миролюбивые слова молитв говорили о полной гармонии и удовлетворении. Каждая молитва начиналась со слов «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» и заканчивалась фразой «Да будет над вами мир и благословение Аллаха». Совершенно незаметно для самой себя, где-то год спустя я начала говорить «О Аллах, место, о Боже». Конечно, оба слова означают одно и то же, но для новичка в исламе незнакомый язык молитв и священные книги может стать камнем преткновения. Я же избежала этой трудности, даже не заметив ее. Я позвонила в Газу близким мне людям, у которых я жила. Очень милые люди, и я сказала им: «Я близка к тому, чтобы принять ислам». Они мне говорят: «Иди в комнату и поплачь». Я говорю: «Я не хочу плакать». Они мне отвечают: «Твое состояние говорит об обратном. Всевышний Аллах любит откровенность. Не торопись, все идет своим чередом». Мы попрощались, а потом я повесила трубку, и вы не поверите, я проплакала больше часа. Позже, когда я уже приняла ислам и начала совершать намаз, я наконец почувствовала, что ощущают мусульмане, когда они совершают молитву. Это чувство глубокой, всепоглощающей гармонии, дрожь радости и благодарности за все, что имеешь, и уверенность в том, что кроме молитвы больше ничего и не нужно для полного удовлетворения. В октябре 2010 года Лорен Бут появилась на конференции «Всеобщий мир и единство», организованной по инициативе «Ислам Channel». Перед аудиторией в несколько тысяч человек она объявила о том, что приняла ислам. Последовала неоднозначная реакция в прессе, но Лорен не изменила своего решения, несмотря на критику. В прошлом все мои попытки отказаться от спиртного ни к чему не привели. После обращения в ислам я даже не представляю, как можно начать пить снова. Я не сомневаюсь, что это на всю жизнь. Ислам дает мне неисчерпаемую пищу для ума и души, несет столько радости и восхищения. Меня покорило чудо ислама. На вопрос о том, что скажет Тони Блэр, узнав, что его родственница приняла ислам, Лорен ответила: «Я уверена, что он скажет «Машалла», ведь в конце концов он принадлежит к людям Писания». Британская актриса Мириам Франсуа Серра приняла ислам в результате изучения жизни пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, сообщает Пресс-ТВ.
Было несколько основных причин таких серьезных изменений во мне. Одна из них — это изучение жизни пророка Мухаммада, мир ему благословения Аллаха. Я думаю, что он один из самых великих людей в истории. Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, призывал к добру и справедливости, даже когда по отношению к вам совершают несправедливость. Меня поразил уровень социального равенства в обществе времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и правильных халифов. Обращение в ислам добавило популярности Мириам Франсуа Сера, ребенком, снявшейся в знаменитом фильме 90-х «Sense and Sensibility» «Разум и чувства», и подтвердило тенденцию, которая с некоторых пор наблюдается среди образованных британок среднего класса, пишет Fox News. Трагедия 11 сентября 2001 года послужила стимулом для ознакомления с исламом многих людей во всем мире. Я, как большинство людей, была убеждена, что ислам был ответственен за это злодеяние. На тот момент у меня были друзья среди мусульман, и я хотела понять, почему они предпочитают оставаться частью такой веры. Когда я начала изучать эту веру, я поняла, насколько противоречат террористические акты основным положениям ислама, которые предписывают мир и справедливость. Тогда я начала понимать то, что предшествовало дням 11 сентября. Идеология была искажена некоторыми политическими экстремистами, которые использовали ислам в качестве прикрытия, чтобы оправдать свои действия. Красота ислама прекрасна, когда его воплощают в реальность, придерживаясь его на практике. И именно это может улучшить общество и мир в целом. Я сама приняла решение носить хиджаб. Это очень важное для меня решение. Я абсолютно не жалею об этом и счастлива, что могу выполнять эту обязанность мусульманки. Я считаю, что в исламе нет проблем, в нем есть решение. А если возникают какие-то проблемы, то только от нашего незнания. Вот почему так важно для нас, мусульман, знать собственную религию, приобретать все необходимые знания. Вот почему ислам призывает к получению знаний. Когда наступает момент истины, и человек узнает правду такой, какая она есть, возникает дилемма – проигнорировать то, что узнал, или подчиниться правде, провозглашая ее в меру своих сил и возможностей. Отрадно, что наши сегодняшние героини объективно восприняли реальную действительность и вернулись в ислам. Мы надеемся, что реальные истории наших героев помогут нашим зрителям пересмотреть некоторые жизненные позиции и увидеть красоту ислама. Let's sing for Islam, religion of peace and justice. Let's sing for Islam, religion of mercy and kindness. Let's sing for Islam, religion of peace and justice. Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каждый человек рождается мусульманином, и только потом родители делают его иудеем, христианином или язычником. Герои передачи «Мы вернулись в ислам» расскажут о том, как, пройдя определенный жизненный путь, они вновь обрели истинную веру в своего Создателя. Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него. Ислам на сегодняшний день – самая быстро растущая религия. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. Всевышний Аллах побуждает человеческий разум к активному развитию. Размышления – это один из видов деятельности, требуемых от человека, без которого не постичь ни истинной веры, ни знаний. Ислам воспитывает в человеке любовь к знаниям и почтение к ученым. Создатель всего – Всевышний Аллах, хозяин и властелин всего – Всевышний Аллах. Все существует и происходит по его воле, связанной с его абсолютной мудростью. Мудрость его проявляется в том, что все, сотворенное им, существует в подчинении его законам. Эти законы незыблемы, только он может их изменить.
Священная книга Коран является всеобъемлющей, она ниспослана человечеству, чтобы человек оставался верен Всевышнему Аллаху, мог достигнуть успеха, уважения и вечного счастья, наладить взаимоотношения с самим собой и обществом. Совершенство стиля и безупречная логика изложения священного Корана засвидетельствованы жившими в разные столетия многими великими людьми, которые стремились к овладению в совершенстве арабским языком и языками мусульманских народов, чтобы ознакомиться со священным писанием. Благодаря священной книге, те, кто занимался изучением человека или физического мира, получили возможность постигнуть истинную природу вещей и явлений. При помощи священного Корана, заложенной в нем мудрости, ученые совершенно разных направлений науки сумели разрешить сложнейшие вопросы. И сегодня мы поговорим о двух выдающихся ученых, для которых ознакомление с текстом священной книги мусульман стало не только этапом продвижения в научной карьере, но и возможностью убедиться в истинности религии ислам. Морис Бюке родился во Франции, закончил с отличием французский университет, факультет медицины, благодаря чему стал самым выдающимся и искусным хирургом современной Франции. Однако в его высокопрофессиональной хирургической деятельности с ним произошло нечто такое, что перевернуло всю его жизнь. Широко известно, что Франция является одной из стран, которая очень много внимания уделяет историческим памятникам и археологическим находкам. Поэтому в 1981 году правительство Франции попросило у Арабской республики Египет мумию фараона для проведения научных опытов и археологических исследований. Руководителем хирургов и ответственным за исследование был назначен профессор Морис Бюке. Главной заботой медиков было восстановить тело мумии, в то время как цель их руководителя, Бориса Бюке, в корне отличалась от их намерений. Его очень сильно интересовала причина смерти фараона. Поздно ночью появились последние результаты анализов, в которых оказалась морская соль, что было самым большим доказательством того, что фараон погиб, утонув в море, после чего его тело было немедленно извлечено из воды и бальзамировано, чтобы сохранить его останки. Однако оставалось одно обстоятельство, которое не давало покоя профессору, как эта мумия сохранилась лучше, чем остальные тела фараонов, несмотря даже на то, что была извлечена из моря. Когда Морис Бюке готовил окончательный отчет об исследованиях, который считал научным открытием того, что эта мумия была извлечена из морского дна, один из его приятелей в личной беседе удержал его от поспешности, сообщив, что мусульмане давно говорят об этом. Однако в тот момент он не поверил словам своего друга, посчитав их невозможными, поскольку было немыслимым знать это без помощи современных наук и новейших высокоточных компьютерных технологий. Но затем его приятель сообщил ему, что весть о гибели фараона в море и спасении его тела сообщает Коран. Эта новость еще больше поразила его, поскольку он не мог понять, как это стало известно, если сама эта мумия была найдена в 1898 году, в то время как Корану уже более 1400 лет. И как в голове может укладываться тот факт, что все человечество узнало про бальзамирование египтянами своих фараонов лишь сравнительно недавно? Всю ночь Морис Бюке просидел, пристально смотря на тело фараона и глубоко размышляя о том, что в Коране есть упоминание того, что тело фараона было спасено после того, как он утонул, в то время как в Евангелии от Матфея и Луки рассказывается лишь о его гибели в море во время погони за Моисеем, мир ему, и не говоря ничего о судьбе его тела. В душе он непрерывно спрашивал себя, неужели это и есть тело того самого фараона, который преследовал Моисея, мир ему? И как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мог знать про это больше, чем 1000 лет тому назад? После того, как мумия была восстановлена, Франция снова вернула ее Египту. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي
كانت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Но с тех пор, как Морис услышал про знание мусульман о спасении тела фараона, он не мог больше вернуться к своей спокойной прошлой жизни, и поэтому он решил поехать в королевство Саудовская Аравия, чтобы присутствовать на медицинской конференции. Приехав туда, в первой же своей беседе с ними, он рассказал им о своем открытии того, что тело фараона было сохранено после гибели в море. Ученому зачитали 90, 91 и 92 аяты суры Юнус. Строки священного Корана настолько шокировали Мориса Буке, что в тот же миг в присутствии всех он громко воскликнул: «Я принял ислам и уверовал в Коран». Так Морис Буке вернулся во Францию совсем другим человеком, где в течение 10 лет занимался исследованиями только в области соответствия научных открытий священному Корану. Плодом его трудов стала книга о священном Коране, которая потрясла весь западный мир и вызвала большое волнение в кругах ученых. Какова же была судьба этой книги? С первого же дня издания она моментально разошлась с полок и прилавок всех книжных магазинов. После этого ее тираж несколько сотен тысяч экземпляров переиздавался несколько раз и был переведен на многие языки мира. Сегодня эта книга лежит на полках библиотек многих стран мира, и ее можно увидеть в руках у читателей из самых разных концов света. Морис Буке в своей книге пишет, что взаимосвязь между Кораном и наукой удивительна, особенно когда оказывается, что эта взаимосвязь носит гармоничный характер. Большинство ученых, за малым исключением, увязло в материалистических теориях и относится к религиозным вопросам с безразличием и презрением, часто считая, что все они основаны на вымысле. Звучащие сегодня на Западе и совершенно ошибочные заявления относительно ислама часто являются следствием обычного невежества. Однако, несмотря на всю силу научных доводов, некоторые западные ученые попытались привести отчаянные аргументы против этой книги. Но что самое удивительное во всей этой истории, так это то, что некоторые западные ученые, которые в поисках опровержения фактов в этой книге, после глубокого изучения и детального рассмотрения научных доводов, сами принимали ислам, во всеуслышание произнося слова свидетельства. Великий французский ученый-океанограф, зачинатель исследований морских и океанских глубин, изобретатель акваланга, подводного дома, аппарата «Ныряющее блюдце», автор многих популярных книг и фильмов Жак-Ив Кусто известен во всем мире. Жак-Ив Кусто родился во Франции, всю свою жизнь посвятил изучению подводного мира. Его документальные фильмы об удивительном мире морских глубин завоевали не только множество престижных наград, но и любовь миллионов телезрителей во всем мире. Это такие фильмы, как «Одиссея» команды Кусто, «Миры тишины», «История красной рыбы» и другие. В серии телевизионных передач «Живое море» капитан Кусто раскрывает перед людьми завораживающий подводный мир морей, рек и океанов. Исследуя водные просторы в Гибралтарском проливе, он обнаружил удивительный, необъяснимый наукой факт – существование двух не смешивающихся друг с другом водных толщ. Они будто разделены пленкой и имеют между собой четкую границу. Каждая из них имеет свою температуру, свой солевой состав, животный и растительный мир. Это воды Средиземного моря и Атлантического океана, соприкасающиеся друг с другом в Гибралтарском проливе.
В 1962 году, рассказывает Жак Кусто, немецкие ученые обнаружили, что в Бабель-Мандебском проливе, где сходятся воды Аденского залива и Красного моря, воды Красного моря и Индийского океана не смешиваются. Следуя примеру своих коллег, мы стали выяснять, смешиваются ли воды Атлантического океана и Средиземного моря. Сначала мы исследовали воду Средиземного моря, ее естественный уровень солености, плотности и присущие ей формы жизни. Но то же самое мы сделали в Атлантическом океане. Эти две массы воды встречаются в Гибралтарском проливе уже тысячи лет, и логично было бы предположить, что эти две огромные водные массы давно должны были перемешиваться, их соленость и плотность должны были стать одинаковыми или, по крайней мере, схожими. Но даже в местах, где они сходятся, ближе всего, каждая из них сохраняет свои свойства. Другими словами, в местах слияния двух масс воды водный занавес не дал им смешаться. При обнаружении этого очевидного и невероятного факта ученый был крайне удивлен. «Я долго почивал на лаврах у этого удивительного феномена, необъяснимого законами физики и химии», — пишет Кусто. Но еще большее удивление и восхищение ученый испытал, когда узнал, что об этом написано в Коране еще 1400 лет назад. Узнал он об этом от доктора Мариса Буке, француза, принявшего ислам. Когда я рассказал ему про свое открытие, он мне скептически сказал, что об этом сказано в Коране 1400 лет тому назад. Это было для меня как гром среди ясного неба. Тогда я воскликнул: «Клянусь, что этот Коран, от которого современная наука отстает на 1400 лет, не может быть речью человека. Это истинная речь Всевышнего». После этого я принял ислам и каждый день поражался истинности, справедливости, легкости, полезности этой религии. Я бесконечно благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он открыл глаза на истину, пишет далее Кусто. Ученые, занимающиеся проблемами строения природы, делающие новые открытия, пытающиеся раскрыть тайны Вселенной, на деле есть человек, углубленно изучающий творение Всевышнего Аллаха, пытающийся узнать о них необходимые подробности. По этой причине наука и религия представляют собой нераздельное целое, а ученый является человеком, постигающим бесконечные и ни с чем не сравнимые мощь и величие Аллаха, которые он явил в своих творениях. Поэтому, в противоположность распространенной точке зрения, ученые, будучи людьми, более всего интересующимися творениями Аллаха, быстрее всех других людей постигают его существование и единственность. Мы надеемся, что реальные истории наших героев помогут нашим зрителям пересмотреть некоторые жизненные позиции и увидеть красоту ислама. Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каждый человек рождается мусульманином, и только потом родители делают его иудеем, христианином или язычником. Герои передачи «Мы вернулись в ислам» расскажут о том, как, пройдя определенный жизненный путь, они вновь обрели истинную веру в своего Создателя. Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него. Ислам на сегодняшний день – самая быстро растущая религия. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. Канада – одна из самых экономически развитых стран мира. В ее городах жизнь бьет ключом, она знаменита красотой своих лесов и гор, тишиной нетронутой природы. Соединение национальных черт коренных жителей, французских и британских традиций составляет своеобразный трехмерный национальный характер.
Согласно государственным статистическим данным, количество мусульман в стране кленового листа с каждым годом растет, и в настоящий момент ислам является здесь второй религией после христианства. Из-за быстрых темпов роста точное количество мусульман, проживающих в Канаде, сейчас неизвестно, но, по мнению некоторых специалистов в области социологических исследований, цифра приближается к миллиону. В столице Канады Оттаве мусульманское население составляет около 50 тысяч человек. В Торонто, являющемся крупнейшим городом Канады и административным центром провинции Онтарио, в настоящий момент действует около 200 мечетей и молитвенных домов. В Канаде функционируют десятки медресе. За последние годы значительно возросло влияние мусульман на общественно-политическую жизнь страны. Нередко на конференциях и встречах представителей мусульманских организаций присутствуют первые лица правительства Канады. Сегодня наш рассказ пойдет о гражданке Канады Ингрид Мэтсон, которая приняла ислам, перейдя в эту религию из христианства и стала первой женщиной-президентом Исламского общества Северной Америки. Она также является профессором исламоведения и христианско-мусульманских отношений и входит в список 500 самых влиятельных женщин мира. Она живет, работая на благо общества и своим образом жизни ломает стереотипы об униженном положении женщин в исламе. Я родилась в 1963 году в Онтарио в католической семье. Еще будучи подростком, я полностью осознала, что не хочу оставаться католичкой. А после того, как познакомилась с мусульманами из Сенегала, находясь на учебе в Париже, я поняла, что мне близки принципы ислама. Тогда же я начала изучать Коран, и пораженной красотой его слов в возрасте 23 лет я без всяких колебаний приняла ислам, а вскоре после этого начала носить хиджаб. Я обрела духовность и гармонию, которых не было ранее. Спустя какое-то время я переехала в Пакистан, всей душой стремясь быть полезной людям, поскольку после военных действий там было очень много беженцев из Афганистана, и я помогала им. Там же я познакомилась, а впоследствии и вышла замуж за инженера из Египта, Амера Атека. У нас двое детей, и в данное время мы проживаем в Канаде. Мне нравится в исламе то, что аспекты обычной жизни и веры тесно связаны и синтезированы, и любое действие можно связать с поклонением Всевышнему Аллаху. В своем доме я люблю принимать своих друзей, и мы читаем, общаемся, проводя вместе свободное время. Мне всегда была интересна тема о положении женщины в исламе. И я с удовольствием слушаю своих подруг, когда они рассказывают о своем жизненном опыте, обогащая тем самым мой кругозор и видение этой проблемы. Любой аспект жизни человека, будь то медицина, семья, общество, экономика, законодательство, можно улучшить, живя по нормам ислама. Я твердо убеждена в этом. У Ингрид высшее светское образование, но талантливый человек талантлив во многом, и в 1999 году она стала профессором исламоведения Чикагского университета и уже несколько лет читает лекции не только в Канаде, но и в США. Она активно работает с исламской молодежью Северной Америки, желая, чтобы молодые люди стали активными участниками жизни общества на всех уровнях. Она читает лекции во многих престижных университетах, к примеру, в Морской академии в США. В 2001 году она стала вице-президентом Исламского общества Северной Америки, а в 2006 году была избрана первым женщиной-президентом этой организации. Исламское общество Северной Америки считается влиятельной организацией и является самым большим сообществом мусульман в этой части света. Каждый год организаторы во главе с Ингрид Мэтсон проводят встречи, на которых приглашают известных людей и обсуждают насущные для мусульман проблемы. Ежегодные конференции, в которых принимают участие более 40 тысяч мусульман разных национальностей, рас и социального статуса, нацелены на поиск путей улучшения качества жизни мусульман. В этом году темой конференции стал вопрос о милосердии и заботе. Говорилось о добром отношении не только к мусульманам, но и представителям других вероисповеданий. Сегодняшняя обстановка в мире заставляет людей бояться мусульман. Если кто-то им симпатизирует или просто высказывается положительно об исламе, зачастую это воспринимается как сочувствие терроризму, и это очень печально. Ислам учит нас добру, призывает к милосердному отношению к окружающим, ко всем людям. Канадское происхождение Мэтсон также сыграло большую роль в формировании ее положительного образа в глазах мусульманской молодежи Америки. Она носит хиджаб, одежду, которая в последние годы привлекает пристальное внимание иммиграционных ведомств. Многие совершенно неправильно понимают мой стиль одежды. На Западе хиджаб часто воспринимают как признак религиозного угнетения и нарушения прав женщин. Они видят платок на голове, и для них это знак подчиненного состояния. Им трудно поверить, что женщина сама решится надеть что-либо подобное. И все же дресс-код не стоит на ближайшей повестке дня у Мэтсон.
Она планирует серьезно и ответственно подойти к решению проблем американских мусульманок. Из истории времен пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы знаем, какую роль принимали женщины в общественной жизни, как прислушивались к их мнению. Могу привести в пример не только Хадиджу, которая стала первой женщиной-мусульманкой и во всем поддерживала своего супруга, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которая также вела успешно торговые дела, но и Айшу, передатчицу хадисов и к чему мнению прислушивались подвижники. Еще одна проблема, которая беспокоит Ингрид Мэтсон, проблема христианско-мусульманских отношений, которая особенно актуальна в наши дни. Вот с какими мыслями она поделилась, приняв участие в американском ток-шоу. Я искренне верю в то, что проблемы христианско-мусульманских отношений решаемы. И я верю в это, поскольку уже достигнуто много соглашений, имеются общие точки соприкосновений и больше сходства, чем различий. К примеру, концепция любви к Богу и любви к ближнему. Кроме того, нас, несомненно, объединяет то, что мы почитаем тех же посланников. К примеру, пророк Иса, Иисус, мир ему, входит в число пяти великих пророков, почитаемых в исламе. Конечно, есть определенные проблемы, связанные с восприятием сегодняшнего положения мусульман и ислама в мире вообще. Но если каждый раз, когда происходит что-либо трагическое, мы будем отворачиваться друг от друга, отношения развиваться не будут. Хорошо, когда есть диалог, дискуссия. К примеру, мы часто имеем возможность общения с представителями христианства и с нетерпением ждем того времени, когда можно будет спокойно дискутировать на любую тему и гармонично жить по соседству друг с другом. И завершить сегодняшнюю передачу хотелось бы словами самой Ингрид Мэтсон. Мы можем мечтать по-крупному, и если наши мечты соответствуют пути посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в помощи сиротам, угнетенным, бедным, налаживании родственных связей, тогда, иншаллах, наши мечты осуществятся. Мы надеемся, что реальные истории наших героев помогут нашим зрителям пересмотреть некоторые жизненные позиции и увидеть красоту ислама. والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Почему я пришел именно в ислам? Ислам – это не просто слова «салам алейкум», не поход в мечеть при полном отсутствии добрых дел. Я истинный мусульманин и должен соблюдать все предписания Всевышнего Аллаха. Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каждый человек рождается мусульманином, и только потом родители делают его иудеем, христианином или язычником. Герои передачи «Мы вернулись в ислам» расскажут о том, как, пройдя определенный жизненный путь, они вновь обрели истинную веру в своего Создателя. Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него. Ислам на сегодняшний день – самая быстро растущая религия. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. Голландия – страна бесчисленных достопримечательностей, музеев, прекрасно сохранившейся архитектуры. Голландия – один из крупнейших центров западноевропейской цивилизации, ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. Столица страны – Амстердам, небольшой город, который практически без изменений сохранил свой неповторимый облик. Он создан для пешеходов, и здесь все музеи и достопримечательности можно спокойно обойти пешком. Каждый маршрут приносит маленькое открытие, будь то лавочка, уютное кафе, спортивное заведение или же музей, чья богатая коллекция рассказывает о славном прошлом и о ярком настоящем. Символ Голландии – тюльпан – издавна привлекает туристов в эту страну.
Туристы со всего света приезжают в страну только для того, чтобы увидеть эти яркие цветы и потрясающие виды цветочных полей. Маленький голландский городок Кюкенхаф считается крупнейшим в мире цветочным садом. Во время восьминедельного фестиваля тюльпанов около 800 тысяч человек приезжают сюда. Это одно из самых фотографируемых мест в мире. Между тем, появлению тюльпанов в Голландии жители этой страны обязаны садоводами при дворе султана Османской империи. Именно благодаря им появились здесь эти цветы в конце 16 века. Опрос общественного мнения в Нидерландах показал, что ислам возглавляет список религий, которые наиболее популярны среди жителей Амстердама. В стране имеется 380 мечетей, а также большое количество исламских центров. В настоящее время количество мусульман, проживающих в Голландии, приближается к миллиону, и эта цифра постоянно растет за счет новообращенных мусульман, коренных жителей этой страны. По последним статистическим данным, более 12 тысяч голландцев в год принимают ислам. Мусульмане Голландии ведут активную деятельность по распространению исламского призыва. К примеру, в Гааге действует мусульманский информационный центр. Здесь организованы специальные курсы и мероприятия для новообратившихся, а также для немусульман, желающих побольше узнать об исламе. Центр проводит также специальные занятия и лекции для женщин. Каждый год, благодаря деятельности центра, около 100 человек принимают ислам. Мусульманки Голландии принимают активное участие в общественной жизни страны. Уже несколько лет здесь действует исламская организация «Халяль», которая успешно сотрудничает со многими продовольственными фирмами Нидерландов, к примеру, применение технологии «Халяль» в производстве знаменитого голландского сыра. Высок процент новообращенных мусульманок, коренных жительниц Голландии. У каждой женщины свой путь к исламу, своя история, как и у нашей сегодняшней героини. Меня зовут Умма Абдуллах, и я из Голландии. Я приняла ислам 26 лет назад и произнесла слова «Нет Бога, кроме Аллаха». Мы познакомились с мужем в Голландии, когда он работал там. По милости Всевышнего мы поженились, и я захотела узнать больше об исламе. Мой муж дал мне прочесть несколько книг о жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и об исламе. Он также принес тафсир к священному Корану на голландском языке. Я принялась изучать ислам, чтобы больше узнать об этой религии. До этого у меня были иные представления об исламе. Хорошенько все обдумав и поверив всем сердцем, я приняла ислам, произнесла слова шахады, искренне веруя во Всевышнего Аллаха, Господа миров. День, когда я приняла ислам, лучший в моей жизни. По милости Всевышнего Аллаха, моя жизнь полностью изменилась с того дня. Аллах спас меня от темноты и направил к свету ислама. Я благодарна Всевышнему, который спас меня от неверия. Приняв ислам, я по милости Всевышнего начала носить хиджаб, научилась совершать намаз и соблюдать пост в месяц Рамадан ради довольства Всевышнего Аллаха. Когда
Спустя какое-то время мы с мужем решили переехать в Египет. Мы хотели, чтобы четверо наших детей выросли в исламской стране и создавали исламские семьи. Египет больше подходит для этого, чем Голландия. Я была счастлива, когда мои дети начали изучать Коран. Двое моих сыновей, Абдулла и Ахмад, выучили весь Коран наизусть. А мой сын Умар выучил 26 сур священного Корана. Сейчас я обучаю своего внука Абдурахмана словам «Ля иляха илляллах». Аниса Инна приняла ислам и рассказала местному телеканалу свою историю. Меня зовут Аниса Инна, и я мусульманка. Я стала задумываться о религии, когда мне было 15. В детстве я ходила в церковь с семьей, но на некоторые вопросы относительно христианства я не получала полных ответов, и это смущало меня. У нас в Голландии много приезжих из мусульманских стран. Со мной по соседству живет девушка из Ирака, преданная своей религии мусульманка. В самом начале нашего знакомства у меня не было желания говорить об исламе, поскольку я имела об этой религии весьма негативное представление из-за стереотипов, которые бытуют в нашем обществе. Однако впоследствии я обнаружила, что с интересом слушаю свою новую подругу. Она сумела донести до меня информацию об исламе и его учении в правильном свете. Внимательно все изучив, я приняла ислам и считаю это самым правильным решением в жизни. Принципы ислама универсальны для всех слоев общества, для людей всех возрастов и общественного статуса. Студентки Голландского университета Амина и Сара приняли ислам после того, как начали изучать основы этой религии. Мы студентки факультета международных отношений. С нами на курсе учится девушка из Египта, и как-то мы пригласили ее в кафе отметить мой день рождения. Она пошла с нами, но отказалась от угощения, сказав, что соблюдает пост. Мы тогда ничего не знали об исламе, не знали, что в месяц Рамадан мусульмане не принимают еду в светлое время суток. Мы стали спрашивать ее об исламе, и она очень подробно рассказала о своей религии. На третьем курсе нас отправили на стажировку в Египет, и мы были поражены дружелюбным отношением со стороны местных жителей. К этому времени мы с Сарой уже приняли ислам, и когда люди узнавали об этом, они радовались за нас. Меня переполняли эмоции, я и подумать не могла о таких возвышенных нравах мусульман. Мусульмане, проживающие в Голландии, играют огромную роль в распространении ислама. Благодаря своим личным качествам, высокому уровню культуры и мягкому характеру, они красиво преподносят свою религию. Вот почему многие социологи утверждают, что у Голландии есть все шансы в недалеком будущем стать первой мусульманской страной Европы. Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каждый человек рождается мусульманином, и только потом родители делают его иудеем, христианином или язычником. Герои передачи «Мы вернулись в ислам» расскажут о том, как, пройдя определенный жизненный путь, они вновь обрели истинную веру в своего Создателя. Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него.
Ислам на сегодняшний день – самая быстро растущая религия. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. Ислам уверенно распространяется по свету, и мы вместе с вами заглядываем в отдаленные уголки и экзотические страны и имеем возможность порадоваться за тех, кто принял ислам. Тем более удивительные истории людей, вернувшихся в ислам из таких, казалось бы, отдаленных стран, как Бразилия и Аргентина. И сегодня наш рассказ пойдет о жизни мусульман в Латинской Америке. Loco por Venezuela, por Panamá y Argentina. Loco por Guatemala, Colombia y por Cuba. Loco por Paraguay, Ecuador y El Salvador. De Latinoamérica. Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue. Enamorado de la rumba, de la pachanga, de la bachata. Enamorado de Страна потрясающей красоты и разнообразия во всех проявлениях жизни. Бразилия – необыкновенная страна. Именно потому, что в Бразилии отразился по кусочкам весь мир, она так отличается терпимостью, отзывчивостью и гостеприимством, а бразильцы восхищают всех приезжих своей энергией и жизнерадостностью. Бразилия – самое большое государство Латинской Америки. Страна полна разительных природных и социальных контрастов и, несмотря на экономические трудности, обладает огромным потенциалом. Богатейшие природные ресурсы, благодатный климат, плодородные почвы и выгодное географическое положение создают все возможности для превращения Бразилии в одного из лидеров мировой экономики. Основные достопримечательности Бразилии расположены в Рио-де-Жанейро, бывшей столице и визитной карточке страны. Музеи, пляжи, ботанические сады, самый большой в мире стадион Маракана, необычайной красоты залив Гуанабара. Спорт играет большую роль в жизни Рио. Самым популярным видом, без сомнений, является футбол. Сборная Бразилии по футболу – восьмикратный победитель Кубка Америки, пятикратный чемпион мира по футболу. Звезды бразильского футбола – Пеле, Роналдо, Роберто Карлос, Ривальдо и многие другие – игроки с мировым именем и легенды этого вида спорта. По общепризнанной версии, история ислама и мусульман в Бразилии началась с 1550 года, когда португальские колонизаторы стали ввозить на эти территории африканских рабов. Вскоре количество приверженцев ислама в Бразилии увеличилось. Причиной тому была иммиграция из арабских стран, прежде всего из Сирии и Ливана. А в 1956 году в Сан-Паулу открылась первая в Бразилии и во всей Южной Америке мечеть. Наиболее сильные общины сложились в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Эти два города до сих пор являются центрами распространения ислама в Бразилии. Основными задачами первых мусульманских организаций страны были объединение разрозненных мусульман, организация пятничных молитв и других религиозных и социальных мероприятий, в частности, благотворительных. На данный момент 40% всех бразильских мусульман проживают в районе Сан-Паулу. Там же располагаются офисы основных исламских организаций страны. По оценкам Исламского культурного центра Бразилии на 2005 год, всего в этой южноамериканской стране функционирует около 100 мечетей, а стремительно растущее число мусульман достигло 2 миллионов. В стране активно действуют мусульманские проповедники, что привело к появлению достаточно большого числа новообращенных, особенно в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Судя по опросам, причины прихода в ислам коренных латиноамериканцев различны. Некоторые говорят, что приняли эту религию, прочитав о ней в газетах или посмотрев телепередачи. Например, один из новообратившихся рассказал о том, что на такой шаг его подвигла телевизионная программа, из которой он узнал, что ислам не этническая, а открытая для обращения религия. Недавно широко тиражировалось интервью известного бразильского атлета Жадела Григорио, принявшего ислам после женитьбы на гражданке Ливана. Для кого-то принятие ислама стало шансом на спасение от такого пагубного пристрастия, как наркотики, и позволило ввести полноценный здоровый образ жизни. А для Даниэллы из пригорода Сан-Паулу и вовсе открылся новый мир, о существовании которого она даже не подозревала.
Я приняла ислам в феврале 2008 года. Вся моя семья католики, а я искала для себя что-то новое, поскольку не была уверена, что это то, что нужно моей душе. Мои вопросы оставались неотвеченными до тех пор, пока я не открыла для себя ислам. Моему сердцу близко отношение мусульман друг к другу. Это незабываемое чувство принадлежности к общине. К сожалению, в моем родном городе немного мусульман. И каждый раз, когда выпадает шанс, я выбираю Сан-Паулу, чтобы посетить мечеть и иметь возможность общения с другими мусульманами. Так что в основном я черпаю знания из книг и интернета. В момент поклонения Всевышнему Аллаху я научилась радоваться простым вещам. К примеру, восхода солнца, вкусу клубники или дыни. Всевышний Аллах так любит нас и одарил столькими благами. Все эти вещи стали очевидными для меня только тогда, когда я приняла ислам. Далее наш путь лежит в Аргентину. Аргентина – удивительная и неизведанная страна, где на каждом шагу вас ожидает новое приключение. В этой стране есть все – многокилометровые пляжи и один из самых высоких горных вершин мира, бескрайние пустыни и изумительные по красоте водопады, огромные мегаполисы и дикие, безлюдные просторы Южной Патагонии. Аргентинская столица, без сомнения, является самым оживленным городом Южной Америки. Жизнь здесь не останавливается ни на минуту. На улицах Буэнос-Айреса расположены кафе, киоски, кинотеатры и магазины, которые работают в буквальном смысле слова круглые сутки. У столицы Аргентины явный европейский шарм, здесь неуловимо чувствуется дух Парижа, Рима и Мадрида. В Буэнос-Айресе огромное количество достопримечательностей, рассчитанных на любой возраст и вкус. Почитатели искусства найдут в этом городе множество самых разных музеев, галерей, театров и памятников архитектуры. А в уютных парках можно укрыться от суеты большого города. Ислам в Аргентине представлен самой крупной общиной среди мусульманских меньшинств Латинской Америки. Аргентинские мусульмане живут обычной жизнью и выделяются на общем фоне своей доброжелательностью, порядочностью и честностью. Аргентинцы характеризуют их как людей отзывчивых и сознательных, которым можно довериться. Многие из них объединились для создания исламских обществ, центров, мечети и тому подобное с целью свободного вероисповедания. В наши дни в Аргентине есть сконцентрированные группы мусульман, иммигранты и местные жители, принявшие ислам как новую веру. В процентном соотношении количество мусульман-иммигрантов и новых мусульман, принявших ислам, примерно равны. С каждым днем растет число тех, кто принимает ислам. Усилиями аргентинских мусульман в стране ислам, основанный на терпимости и вере, распространяется быстро. Издаются различные книги об исламе на испанском языке. Все больше и больше аргентинских мусульман отправляются в Мекку, в хадж. В центре Буэнос-Айреса располагается прекрасная мечеть, которая была построена в 1989 году местными мусульманами. На национальном телевидении Аргентины представлена передача об исламе и мусульманах с целью донесения ислама испаноязычному населению, особенно мусульманам этого региона, которые, находясь на большом удалении от исламских стран и составляя меньшинство в регионе, не имеют достаточной информации об исламе. В Аргентине много людей, постоянно ищущих новые духовные пути, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, и немало из них находят успокоение и счастье в исламе, как это случилось с Анжеликой Ван Йейк. А завершить сегодняшнюю передачу хотелось бы словами выступления мусульманки из Чили, которую представители католической церкви пригласили для совершения общей службы. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Для Всевышнего Аллаха самый благородный среди людей тот, кто милосерден к другим. О Аллах! Ты учишь нас тому, что люди равны между собой, черные и белые, богатые и бедные. О Аллах! Ты призываешь нас к диалогу и хорошему отношению между всеми народами. О Аллах! Исцели больных и прости тех, кто был до нас и кого уже нет с нами. Ты исцеление. Так пожалей же тех, чье единственное богатство – надежда на Тебя. О Аллах! Помоги тем, у кого нет ничего, кроме дуа. И больше всего мы просим, чтобы Ты наделил правительство нашей страны справедливостью и мудростью, честностью в словах и поступках, чистотой намерений для искреннего служения людям.
Да будет с вами мир и милость Всевышнего Аллаха. Islam, religion of peace and justice. Let's sing for Islam, religion of mercy and kindness. Let's sing for Islam, religion of peace and justice. Let's sing for Islam, religion of mercy and kindness. Islam, Islam. Let's sing for Islam, religion of forgiveness. Let's sing for Islam, religion of freedom. Let's sing for Islam, religion of forgiveness. Islam believes in equity, it forbids discrimination. The religion for humanity, it glistens with illumination. Compassion. Islam is the enemy of terrorism. Islam is the shift of compassion. Islam is the enemy of terrorism. So you have to say forever. Hail to Islam. Hail to Islam. Religion of peace and charity. Let's sing for Islam. Religion of peace and justice. Let's sing for Islam. Religion of mercy and kindness. Let's sing for Islam. Religion of peace and justice. Let's sing for Islam. Religion of mercy and kindness. Islam. Islam. Let's sing for Islam. Religion of freedom. Let's sing for Islam. Religion of forgiveness. Let's sing for Islam. Religion of freedom. Let's sing for Islam. Religion of forgiveness. Islam believes in equity, it forbids discrimination. The religion for humanity, it glistens with illumination. Islam. Islam. Compassion. Islam is the enemy of terrorism. Islam is the shift of compassion. Islam is the enemy of terrorism. So you have to say forever. Hail to Islam. Hail to Islam. Religion of peace and charity. Мы надеемся, что реальные истории наших героев помогут нашим зрителям пересмотреть некоторые жизненные позиции и увидеть красоту ислама.